Мы продолжаем рассказывать о поддержке предпринимательской инициативы в Славянском районе. Сегодня в центре нашего внимания Центр лазерной косметологии, который находится в Славянске на Кубани. Косметология – это прямой путь к красоте и хорошему настроению, возможность вернуть молодость и сохранять уверенность в своих силах. И эта сфера услуг также нуждается в финансовой поддержке. Главное направление в работе Центра лазерной косметологии – аппаратная косметология, и только потом различные уходовые процедуры. Об этом мы узнали от директора центра. В основном это аппаратная косметология, направленная на лазерную эпиляцию, различные виды уходовых в виде фотоомоложения, шлифовки, пилинги и все прочее. Очень широкий спектр услуг. Естественно, мы работаем над тем, чтобы расширять, благодаря вот таким возможностям, которые нам предоставляет фонд микрофинансирования. Получив информацию о возможностях фонда микрофинансирования Краснодарского края, директор центра, не откладывая в долгий ящик, обратилась туда и была приятно удивлена оперативностью и качеством работы. Они предоставляют займ под приятные проценты. Подготовка, это кратчайшие сроки занимает. Подготовили пакет документов, обратились, и в течение 2 недель мы получили займ. Я не считаю это кредитом, это займ, поддержка, большая поддержка предпринимателям сейчас в виде вот таких программ. Был предложен займ на покупку нового современного оборудования, и это было как нельзя кстати. Мы решили развить эстетику кожи лица и направили на покупку оборудования многофункциональной платформы Nordlys, которая работает с очень важными вещами, особенно на юге России, это фотостарение, пигментация, различные виды сосудистой мальформации. Это очень важно, повторюсь, и нам хотелось развиваться и расти дальше. Вот поэтому мы и обратились. Директор Центра лазерной косметологии НУТ Лилит Акопян считает, что оснащение новейшим оборудованием высокого уровня открыло перед ее центром широкие перспективы и советует всем предпринимателям обращаться в фонд микрофинансирования Краснодарского края с тем, чтобы получить своевременную и очень важную поддержку. Для предпринимателей благодаря фонду всегда зажигается зеленый свет. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».